Здравствуйте. Хочу сегодня рассказать о том, что такое мекони у младенца. В первые дни жизни, когда рождается малыш, он не может испражняться, вернее, еще не работает кишечничек, он не кушает молоко, и поэтому не какает, а выделения идут мекони. Это все, что накопилось в утробе у мамы, у младенчика, и это все выходит. Мекони, он такой вещество, как смола. Черно-зеленого цвета, очень липкий, вязкий и очень тяжело отмывается. Конечно, ребеночка можно мыть очень часто и памперсик проверять часто в роддоме, если он у вас в памперсах. Не жалеть памперс, потому что это здоровье вашего ребеночка. Но если помочь помыть вам, может такое средство, как вот спрейчик фирмы Mambina Organics. Органический спрей на основе ромашечки и календулы. Это травки, которые не вредны для младенца, и в принципе их используют везде, противовоспалительные. Вы прыскаете на попочку и салфеточкой аккуратно вытираете. Попочка и кожа малыша не раздражается, и мекони легко удаляется. Если же, конечно, таких средств нет под рукой, ну тогда, конечно, чайник, кипяченая вода, ромашечкой календула. Заварили, прокипятили, помыли попу. Желаю удачи!